Красноярский аукцион предлагает лоты для горожан, у которых есть лишние миллионы. Предметы вызывают как минимум удивление. Самый дорогой лот стоимостью в 10 миллионов – картина. В описании к ней продавец объясняет цену размахом личности автора, который активно занимается спортом и ходит на столбы. Следующая работа обойдется в 6 миллионов, называется «Рука дьявола». Художник начал писать ее в светлых тонах и позитивном настроении, но потом, как сообщает сам, его внутреннее состояние резко поменялось, и он взялся за темные краски. Ну и, пожалуй, самый бюджетный вариант для эксцентричных миллионеров – сурок из кедровой стружки. 1 200 000. На его изготовление ушло больше 7 месяцев. В комментариях к лотам одни пользователи называют творчество мазнёй и советуют художникам вначале заработать известность. Другие восхищаются шедеврами. Многие оценили юмор и интересуются, не рассматривают ли продавцы обмен на BMW X5 или двухкомнатную квартиру в Москве.